Сорт томата «Белое чудо». Это среднеспелый высокорослый белоплодный сорт томата. Он подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Куст мощный, ветвистый, высотой до 1,5 метра. Лист обычный, помидорный. Требуется подвязка к опоре и посынкование, желательно 2, максимум 3 стебля. Но наилучший результат при формировании в 1-2 стебля. Плоды плоскоокруглые, вот такого вот белого цвета, но при полном созревании появляются едва заметные розовые полоски. Также небольшие ребрышки есть у томата. При созревании плоды белого цвета, а при полном созревании, даже можно сказать, когда томат уже переспевает, он становится кремово-желтого цвета с розовыми полосками наверху. Вес томата от 150 до 300 грамм. Сорт очень урожайный и очень вкусный. В разрезе плоды многокамерные, очень мясистые. Мякоть кремово-желтого цвета и едва заметны розовые прожилки. Эти помидоры хороши для свежих салатов, для приготовления соков, для детского и диетического питания. Плоды очень сладкие и очень вкусные. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.